Добрый вечер, уважаемые гости, дорогие друзья. Вас приветствовал духовой оркестр Школы искусств имени Лазаря Саляна, где сегодня проводится большой праздничный концерт, посвященный дружбе двух великих народов – России и Армении. Россия была, есть и будет великой многонациональной страной. Это не просто страной, а целым континентом, на огромных просторах которых бок о бок испокон веков живет множество народов, и в том числе мой, армянский народ. Армения же – страна гордых, эмоциональных и гостеприимных людей, у которых концерты дружбы всегда становятся праздниками. Для нас сегодня – двойной праздник. Наш концерт почтил своим присутствием советник-посланник посольства Российской Федерации в Армении господин Сергей Александрович Аверченко. Мы очень рады, что сегодня с нами много дорогих и уважаемых гостей, присутствие которых является большой поддержкой и стимулом не только для наших детей, но и для всех нас. Наша программа, концертная программа, состоит из произведений русских композиторов, обработок русских народных песен, танцев, и вы уже прослушали в исполнении школьного духового оркестра одну из лучших песен Олега Газманова «Москва», которая стала неофициальным гимном московской столицы, то есть российской столицы. А вторым номером прозвучала песня Владимира Шаминского «Вместе весело шагать». Дирижер Хабоб Саркисян. Отметим, что дирижер нашего школьного духового оркестра Хабоб Саркисян является выпускником Московской консерватории, кафедры военного дирижирования. И это еще одно доказательство армяно-русских культурных связей. Взаимопроникновение может выражаться по-разному. Ведь одним из ярких форм выражения национальных чувств, ощущений, особенностей народа является народная песня. И следующий наш номер интересен тем, что на армянских народных инструментах будут исполнены обработки русских народных песен. Итак, на сцене оркестр народных инструментов школы. Дирижер Галик Данелян. Thank you.
течение последних лет мы стали проводить концерты, посвященные культуре разных стран. Уже состоялись вечера китайского, греческого, американского, итальянского искусства, где каждая культура была представлена во всем своем своеобразии, с присущей ей особым колоритом. Все эти концерты вызывали большой интерес и проходили в переполненных залах. Но если греческая, американская и особенно китайская культура приоткрывала свои удивительные краски, необычные гармонии, то русская культура всегда была духовно близкой и любимой каждому армянину в силу сложившейся многовековой дружбы. В нашей школе учатся дети разных национальностей – армяне и русские, греки и грузины. И, конечно же, совместное общение взаимообогащает и развивает их, а русско-армянские связи, да их великое множество. Так в Москве и в Санкт-Петербурге получили образование лучшие сыновья Армении – Арам Хачатурян, Александр Спендиарян, Эдуард Мирзоян, Арно Бабаджанян, братья Ургели, Хованес Айвазовский, Мартирос Сарьян, Лазарь Сарьян, имя которого с гордостью носит наша школа. Лазарь Сарьян получил образование и совершенствовал свое мастерство у величайшего классика 20 века Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. А в годы Великой Отечественной войны с первого до последнего дня сражался за Родину. Как в радостные, так и в трудные моменты своей жизни Лазарь Мартиросович сохранил дружбу со своими русскими однополчанами. Это еще один пример проявления русско-армянских связей. А русский язык, русская литература, русская музыка входит во все обязательные учебные программы Армении. А в нашей школе с особым трепетом относятся к русской культуре, понимая ее большое значение в формировании личности молодого поколения. Мы с особой ответственностью подошли к сегодняшнему концерту. На подобных мероприятиях наша школа представляет разные грани искусства: инструментальную и вокальную музыку, художественные выставки и скульптуру, показ национального костюма и танцевальное творчество. Сегодня в фойе школы предоставлена выставка живописи и скульптуры учеников художественного отделения, отражающая представление армянских детей о России. А сейчас школьный ансамбль танца, лауреат международного и республиканских конкурсов, представит вашему вниманию танец кукол, поставленный на музыку Дмитрия Шостаковича. Педагог-хореограф Анаит Макарчан. Thank you.
очень полюбились песни Владимира Шаинского. Я представляю вашему вниманию сразу четверых учеников класса профессора Ереванской консерватории Валерия Арутюнова. На сцену приглашаются победитель республиканского конкурса, ученик 4 класса Артуш Хачикян, Адам Карагащян, Шорик Андреасян и Джульетта Погалнян. Они исполнят песни Владимира Шаинского «Ожившая кукла», «Дважды два – четыре» и «Уголок России». Концертмейстер Арина Сарксян. Я живу, а танцую сам.
международного конкурса, ученик 4 класса Давид Алексанян, педагог Гана Израиля, концертмейстер Анна Мартиросян. Давид исполнит для вас отрывок из балета Глазунова «Времена года», который называется «Град». «Новые имена». Отмечу также, что Стефания учится у профессора Ереванской консерватории, заведующего кафедрой специального фортепиано Сурена Закаряна, который окончил Московскую консерваторию у прославленного пианиста Льва Власенко. И это вновь говорит о тесных связях и большом влиянии русской исполнительской школы на армянскую. В исполнении Стефании Казарян прозвучат две прелюдии Дмитрия Дмитриевича Шостаковича.
поэта музыкальных звуков Сергея Рахманинова прозвучит в исполнении ученика второго класса тромбона Давида Кенжетяна «Идаро Дасэнт Хачатурян». Ожидаемого и светлого праздника Нового года. Все мы готовимся к нему, загадываем желания и надеемся на их исполнение. У каждого желания есть своя мелодия, и в исполнении дипломанта международного конкурса ученицы 5 класса Жанны Акопян вы услышите новогодний вальс Слонова. Педагог Тероганесова, концертмейстер Айрапетян. Мы с тобой от мира свет светлый, яркий горят веселые
душевных чувств и сокровенных переживаний великий русский композитор Петр Ильич Чайковский часто обращался к своему излюбленному инструменту – скрипке. Лауреат международного конкурса, ученик 5 класса Гор Карапетян, исполнит мелодию. Педагог Сусанна Арменакян, концертмейстер Рима Аристакесян. Приглашается уже знакомый вам Давид Кенжетян. Давид Кенжетян – лауреат международных и республиканских конкурсов. Давид вам представит еще одну прелюдию Сергея Рахманинова, на этот раз на рояле. Thank you.
«Чистую пляску» Петра Ильича Чайковского исполнит победитель международного конкурса Сергей Авраамян, который является членом Международной ассоциации «Новые имена». Недавно Сергей имел успешное выступление в Лондоне. Педагог Сурен Хорузян, концертмейстер Рима Аристакесян. Мариам Богусян
ученицы седьмого класса, представит один из самых популярных романсов Александра Егоровича Варламова «Ты не пой, душа девица». Педагог, профессор Ереванской консерватории Валерий Арутюнов, концертмейстер Калине Мартиросян. Лауреата второй премии международного конкурса вы услышите лесбинку из балета «Гаяне». Исполнители: Степания Казарян, Давид Кенджетян, Гор Карапетян, Сергей Абрамян, Баан Аракелян и Ара Аванесян. Руководитель Армине Григорян. Thank you.
Итак, русский народный танец. Педагог хореограф Анаим Макарчан. Прозвучит песня
Печникова на слова Татаринова «Веселый гном». Концертмейстер Риман Арстахисян. Thank you.
здесь была атмосфера совсем другая. Если бывает что-то для души, вот это как раз тот самый случай, это для души. И в то же время уровень впечатляет. Все возрастные группы действительно виден вклад педагогов, и это ощущается по тому, как дети ведут себя на сцене. Чувствуется, что вы вложили в них очень много ваших сил, энергии, вашего таланта. Я очень вам признателен. Я обязательно расскажу послу то, что я здесь увидел. Он много потерял, я в этом убежден. И, вы знаете, я все вижу. Я вижу и состояние помещения, и все понимаю. Я здесь недавно работаю, только 2 года. И поэтому на этом фоне, очень непростом фоне, то, что вы делаете, это совершенно героические усилия. Я вам очень благодарен и признателен. Я хотел бы вам пожелать энергии, несмотря ни на что. Все-таки 20 лет непростой социально-экономической ситуации и у нас, и у вас. И то, что вы себя сохранили, достойно себя несете и столько вкладываете в детей вашей страны, это просто невероятно. Я очень вам признателен и желаю вам удачи во всем. Еще раз оптимизма, успехов вам. Ну, конечно, такие таланты не могут не быть замечены. Я уверен, что у вас все получится. Большое спасибо вам всем за ваш коллектив, за вас. Столько положительных эмоций дало, значит, коллективу, что как минимум на полгода хватит.